Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать гирлянду из сердечек, и даже не одну, а я приготовила целых два разных варианта. Вот в этом случае сердечки соединяются между собой по бокам. Я развернула так, что все красные смотрят широкой стороной наверх. Можно было чередовать. Один смотрит наверх, другой вниз. А здесь у меня сердечки соединяются серединками между собой. Вам понадобится много цветной бумаги. Будет удобно, если она у вас изначально квадратная, тогда можно легко свернуть и разрезать. Если нет, если она прямоугольная, то тогда складывайте гармошкой. Или если это будет неудобно, то тогда берем карандаш, делаем пометки и разрезаем каждый прямоугольник отдельно. Но быстрее будет, если просто свернуть. Важно, чтобы короткая сторона была примерно в 8 раз меньше длинной стороны. То есть это такие тонкие полоски должны получиться. Сейчас сделаю себе еще такие же красные и начнем работать. Берем первую полоску, сначала складываем пополам, затем придаем ей форму сердечка. И серединку, там где у нас зажата пальцами, мы чуть-чуть вытаскиваем наружу, соединяем степлером. И возвращаем обратно форму сердечка.
Второй элемент мы сначала продеваем через первый элемент, придаем снова форму сердечку, сердечко, придаем элементу форму сердечка и закрепляем степлером. И так дальше мы идем всю дорогу. Теперь я покажу вам, как сделать вторую гирлянду. Берем сразу 4 прямоугольника. И соединяем их степлером. Внешние стороны мы отгибаем вниз. Добавляем еще 2 полоски по бокам. И соединяем. Те полоски, которые мы добавили, теперь они загибаются вниз. Собираем их в форму сердечка. Добавляем по бокам еще полоски. Итак, я надеюсь, что урок показался вам полезным. День Святого Валентина уже прошел, но я вам желаю, чтобы у вас в году было почаще таких дней, где вам может пригодиться такая гирлянда. Любите своих близких и будьте счастливы. Я желаю вам всего хорошего. Прощаюсь с вами, до новых встреч. Пока!